Добрый день всем. Good afternoon to everybody. I will try to mix both languages. Начну на русском языке. Мое имя Андрюс Кубилюс. Я являюсь членом Европейского парламента из Литвы. Сейчас нахожусь вот как раз в Вильнюсе. После длительного пребывания в Брюсселе. И наряду с самыми разными обязанностями, я очень горжусь тем, что в Европейском парламенте мы сотворили и создали специальный форум, который называем «Форум друзей Европейской России», и совместно с другим нашим форумом, с форумом Восточного соседства, мы очень часто делаем семинары по развитию ситуации в России. И с нашими партнерами сегодня, с фондом Бориса Немцова и с фондом для демократического развития, мы имеем возможность обсуждать очень важную тему, которую я прочту на английском языке, чтобы не переводить. Defending democracy, investigative journalism versus authoritarianism. То есть вся тема посвящена исследовательскому журнализму, который, я думаю, что играет особенно важную роль как раз в странах, которые все еще не сумели до настоящего времени попрощаться с авторитаризмом. Я имею в виду, во-первых, Беларусь и Россию, и где такой журнализм, исследовательский журнализм, хорошо известный своими исследованиями, которые делаются Беллинкатом или фондом борьбы с коррупцией, самыми другими организациями, о которых мы узнаем больше, как раз делает то, что в нормальных демократических странах делает парламент и делает гражданское общество. Так что я очень рад, что мы сегодня узнаем больше о той работе, которую проводят как раз журналисты-исследователи в самых разных странах нашего региона. И я с удовольствием передаю дальше все функции руководить нашим семинаром Сергею Алексашенко, бывшему заместителю председателя Совета Центрального банка России, а тоже ко-создателю фонда Бориса Немцова, посвященного свободе. Господин Сергей, слово вам. Включите микрофон. Добрый день всем, Андрюс. Большое спасибо за представление. Большое спасибо за то, что у нас есть возможность выступить на площадке Европейского парламента. Мы считаем, что темы, которые сегодня мы будем обсуждать, являются важными, являются насущными и в какой-то мере, наверное, самой важной составляющей политической повестки России, Украины и Беларуси. Но, насколько я понимаю, у нас есть еще два желающих представить повестку нашего дня. Это Жанна Немцова, председатель фонда Бориса Немцова. Насколько у меня написано в повестке, она должна что-то нам сказать и поприветствовать всех. Сергей, здравствуйте, спасибо большое. Нет, я вообще еще не председатель фонда Бориса Немцова, а я всего лишь сооснователь фонда Бориса Немцова, как и вы, Сергей. Всем добрый день. Большое спасибо, что вы сегодня присоединились к нам. Спасибо большое организаторам. И здорово, что у нас сегодня журналисты-расследователи сразу же из нескольких стран. Но, наверное, многие из вас знают, что в конце февраля в газете New York Times появилась статья под заголовком «Investigative journalism flourished in hostile Russia». Но там в основном шла речь о такой специфической категории, как пробив. То есть речь идет о том, что, я не знаю, как в других странах, в России довольно легко добывать любую информацию различными путями.
Вот. И у нас сегодня есть среди участников маэстро в пробив, во всяком случае так себя называет Христо Грозев в Твиттере. Я думаю, что мы об этом подробнее поговорим. Но я на самом деле думала, почему действительно расследовательская журналистика так процветает. И не только в России, но и в Украине, и сейчас в Беларуси. Это на самом деле связано вот с тем, что Андриус Кубилиус сказал, со слабостью институтов. То есть у нас не работают никакие институты, в том числе и следственные органы. И таким образом просто расследовательская журналистика и журналисты-расследователи, они подменяют собой эти институты. И хороший пример тому, это, конечно, расследование убийства Бориса Немцова, их много других, я говорю все-таки в данном случае о своем отце. Недавно буквально, вот рядом с годовщиной, годовщина убийства вышло расследование на медиазоне, один из его авторов присутствует сегодня с нами, Михаил Маглов. И как раз вот благодаря Михаилу и команде медиазоны мы узнали много нового. И даже не потому, что следственные органы, значит, находятся под контролем там высших государственных людей, там Путина и так далее, а просто потому, что они даже потеряли некоторые навыки поиска информации, в то время как российские и не только российские журналисты-расследователи становятся все более и более профессиональными. В общем, расследовательская журналистика – это институт, альтернативный государственным институтам. И поэтому, мне кажется, важным это сегодня обсуждать, и чтобы ваше время не занимать, последнее, что я хочу сказать, что фонд Немцова не зря организовывает это мероприятие. Я думаю, что многие из вас знают о том, что мой отец – автор ряда антикоррупционных докладов, некоторые из них он написал в соавторстве с Владимиром Миловым. И, в общем, он в это верил. И, как мне кажется, это было не зря. Поэтому еще раз вам большое спасибо, с удовольствием буду слушать вашу дискуссию и рада, что вы нашли время. Спасибо большое, Жанна. И еще одно приветственное слово Анастасии Каримова, Фонд демократического развития. Добрый день, дорогие друзья. Hello, everybody. Thank you for joining us today. I want to start with a couple of technical announcements. This is a bilingual panel. And if you need translation, you can choose either English or Russian channel. There is a button that looks like a globe at the bottom of your screen if you use Zoom on your computer. And if you have questions for our panelists, please use Q&A section that is also at the bottom of your screen. Для русскоязычных участников повторю, что у нас билингвальное мероприятие, двуязычное, и если вам нужен перевод, вы можете воспользоваться такой функцией синхронного перевода. Есть специальная кнопка внизу вашего экрана в Zoom, если вы используете Zoom на компьютере. Также, если вы хотите задать вопросы нашим панелистам, воспользуйтесь, пожалуйста, секцией Q&A, вопросы-ответы, которая тоже находится внизу вашего экрана. От себя хочу добавить, что для меня это чрезвычайно важная панель. Я сама имею опыт в расследовательской журналистике. До того, как я начала работать в Фонде демократического развития, я писала про коррупцию в госкомпаниях в «Коммерсанте» и потом работала пресс-секретарем Transparency International. Я прекрасно знаю, что это очень сложная работа, но она вознаграждается колоссальным вниманием общественности. И это то, что сейчас действительно консолидирует людей, объединяет людей. И безумно радостно быть в этой панели с выдающимися расследователями. Интересно то, что Жанна вспоминала расследование своего отца. Я снимала по одному из расследований Бориса Немцова документальный фильм несколько лет назад, который назывался «Настоящий Путин». Вот, и приятно быть в одной панели с Жанной сегодня. И я передаю слово обратно Сергею Алексашенко. Спасибо большое. Ну, вот приветственные выступления закончились. У нас начинается самое интересное. Я убедительно прошу еще раз всех панелистов, нас много, нас 11 человек, не считая меня, я молчать буду в основном, вот, поэтому мы бережем все время, говорим самое главное, но не забываем, что вы должны успеть сказать самое интересное. И начнем мы с такого немножечко наивного вопроса, а зачем вы всем этим занимаетесь?
вообще ощущаете? Мы вот там думаем, вот политические институты, это нужно обществу. А как вы считаете, вот это общество нужно, вы поддержку общества чувствуете в чем-то? Роман Баданин, давайте с вас начнем. Спасибо, Сергей. У меня технический вопрос. Нам-то как лучше говорить, на русском или на английском? Это мы все говорим на том языке, на котором удобно. Или русский, или английский. Перевод синхронный, поэтому кому как удобнее. Кто как лучше изложит свои мысли. Ну окей, мне удобно и так. Хорошо, давайте на русском начну, если... Окей. Слушайте, ну, самый простой и смешной вариант ответа на ваш вопрос. Ну, это единственное, что я умею делать. Заниматься расследовательской журналистикой. Но на самом деле правда такова, что в России настоящая расследовательская журналистика весьма востребована. Я имею в виду ту мысль, что в стране, мягко говоря, недостаточно расследовательских проектов для страны с населением, сколько сейчас, 140 миллионов человек. То есть в каком-то смысле все наши расследовательские проекты ограничены теми людьми, которые здесь сейчас в этой панели собрались. Для сравнения, в Соединенных Штатах, где, например, я жил какое-то время, сейчас зарегистрировано около 1500 неправительственных журналистских проектов. Конечно, не все они вовлечены именно в расследовательскую работу, но очень значительное число из них – это именно расследовательские проекты. А в России, ну, если мы все сейчас напряжемся и начнем считать, ну, насчитаем, я думаю, штук 10. Второй вопрос, ну, который я так чувствую в вашем вопросе. Обычно люди спрашивают, ну, а зачем этим заниматься, если это в России не подразумевает немедленного, то, что в английском называется, импакта? В том смысле, что, ну, за нашими, за вашими, за многими какими расследованиями не следуют отставки, заведение уголовных дел и так далее. Ну, в принципе, у меня есть довольно простой ответ на этот вопрос. Россия, как мы все понимаем, довольно специфическая и, я бы сказал, необычная страна. И импакт, то есть влияние, воздействие в России тоже весьма специфический и необычный. Я в каких-то интервью уже называл это явление эффектом красной папочки. Что такое красная папочка? Как мы ее знаем из общения, из работы с журналистами? Это своего рода сборник правдивых материалов, компрометирующих того или иного, то или иное должностное лицо. Очень распространенное в России явление, где все на вид монолитные группы во власти одновременно конфликтуют друг с другом. И, конечно же, все, что находят журналисты, ложится в эти красные папочки. И, конечно же, ему может в нужный момент быть дан ход. Это немного необычная ситуация для там, развитой демократической страны с прозрачными процедурами. Но в России импакт происходит вот таким вот образом. Причем примеров можно много вспомнить. Я, например, до какой-то степени уверен, что причиной бесславной, одной из многочисленных причин бесславной отставки такого премьер-министра, как Дмитрий Медведев, стали в том числе последствия расследования, которые проводил Алексей Навальный и ФБК. Так вот, суммируя все, что я сказал, почему мы делаем то, что мы делаем? Ну, я называю нас здесь собравшихся, mission-driven guys, то, что называется. И мы верим, что наша работа играет роль, иногда, может быть, не непосредственно сейчас, но точно неизбежно. Спасибо большое, Роман. Михаил Маглов, вам, если можно, тот же самый вопрос. Может быть, у вас есть какой-то другой угол или другой более оптимистический взгляд на жизнь?
Во-первых, поддержу концепцию Романа по поводу папочек. Мы тоже с этим сталкиваемся. Я считаю, что даже в авторитарных режимах наличие внутривидовой конкуренции лучше, чем полное ее отсутствие. Что касается вопроса, зачем я этим занимаюсь. Ну, во-первых, я считаю, что Россия – это европейская страна, и будущее России – лежит вместе с Европой, с ее ценностями и правами, которые закреплены в Конвенции о защите прав. Российские правители и их окружение публично говорят о неком особом пути, но по расследованиям коллег и по нашим расследованиям мы видим, что их будущее также уже сейчас связано полностью с Европой, с европейскими странами, потому что именно в этих странах они покупают недвижимость, их учатся дети, их дети живут, и более того, они сами получают европейские паспорта. Так вышло, что определенное количество времени я тоже живу в Европе, и меня эта ситуация не устраивает. Меня не устраивает ситуация, когда европейские институции закрывают глаза на грязные деньги, которые идут большим транзитом. Это деньги, которые украдены у российского народа. Мне не нравится ситуация, когда в отношениях, в том числе с Россией, европейские политики используют только политическую составляющую, но не думают об некой практической части. Ну, тут примером может быть, например, история с санкциями. Удивительный момент. 7 лет действуют санкции, так или иначе, санкционная политика западного отношения России. При этом за 7 лет нету ни одного нарушителя. Более того, нету ни одного расследования. Единственное расследование было после наших материалов. Уголовное дело было возбуждено в Литве, и спустя 2 года закрыто, никто не нарушал санкции. Мне не нравятся неработающие институции, мне не нравится этот поток грязных денег, который в том числе разъедает Европу, и я считаю, что с этим необходимо бороться с точки зрения просто цивилизационной некой модели западной, и и сугубо из вот личных, это мои убеждения, это в том числе мое будущее, и это будущее страны, гражданином которой я являюсь, и я считаю, что это правильно, поэтому мы это делаем. Спасибо большое. Если можно, я сейчас к Марии Певчих обращусь. Вот ваше последнее расследование про дворец Путина посмотрело 150 миллионов человек. Ну, на самом деле можно там спорить. 115. Это на вашем сайте, да, есть еще на других сайтах. Вот, то есть совокупную цифру я видел вообще даже 160, но это не принципиально. То есть это уже даже 115, это практически все взрослое население России. Ну, это точно совершенно превышает количество избирателей в России. То есть, ну, можно считать, что вот вы какого-то фантастического успеха добились. А что дальше? Вот какую более... Есть ли у вас какая-то более амбициозная цель вот с точки зрения распространения своего влияния? Я единственное, что я тоже хотела вначале уточнить, насколько я понимаю, есть не русскоговорящие люди в аудитории, я также среди панелистов, а также есть кто-то в аудитории, правильно, кто нас слушает и слушает это через перевод? Да, все правильно. Да, ну тогда, если можно, наверное, лучше на английском, чтобы не переводить и не искажать никакие смысла, а буду лучше на английском говорить. Мне просто отвечать по-английски на ваш вопрос? Да, пожалуйста, Мария. So the question is, what is the next goal for us after we reach 100 million views on YouTube? And it's pretty clear to me that the next our next goal is to make it stop. We are a political organization, and we're not about, you know, the number of views, and we're not about, I don't know, selling adverts and things like that. We're a political organization, and we want, well, ideally 1% of those people who have seen the Putin's Palace video to go and protest in the street, and then ultimately to make Russia a free country and free Alexei Navalny, which is something that we focus all our efforts on at the moment. I don't know, well, in terms of views, I don't think it's fair and I don't think it's right to set this 100 million views as a benchmark now, you know, a benchmark of our success, a benchmark
of how many views we should be getting from now onwards. No, we're not going to do that. It would be nice and great if we find, if we manage, you know, one day to reach the same level of, you know, penetration into the Russian YouTube audience, but we don't set a goal to get, I don't know, 116 million views on our next video. So it's not only about the views. We are fighting here for a political purpose, or we are politically driven. So in this case, we just wanted to convince those people who have seen our movie to go and protest and to make this stop. Mm-hmm. Thank you so much. Христа, скажите, пожалуйста, вот вы достаточно широкое пространство закрыли своими расследованиями и отравление Алексея Навального, и Беллингкэт, и много чего другого. Поэтому, ну, у меня есть такая гипотеза, что вы, наверное, чаще других встречаетесь с каким-то сопротивлением или противодействием. Насколько это правда и в чем это выражается? Микрофон, пожалуйста, включите у себя. Так, слышно уже, да? Отлично. I will switch to English as well. Your guess is absolutely correct. I don't know how many threats and interferences our colleagues are getting, but we are getting quite a lot, and they come in different shapes. From the direct threats that we're getting from people who send us messages saying, we know where you live, we know who your neighbors are, and so on and so forth, to discreditation attempts. I mean, starting from trolling media, such as Prigozhin's media, who create complete forgeries to try to create an image of Bellingcat as an agent of foreign influence or as a sort of something affiliated with secret services. I mean, that's totally based on forged and faked evidence, completely taken out of nowhere. To actual statements from Ministry of Foreign Affairs, from Ekaterina Zakharieva, from people that represent Russia at the United Nations, completely discrediting Bellingcat in anticipation of our new investigations, and often right after we publish something. But I would say that the most scary reaction we're getting, and the way that they're trying to prevent us from continuing doing our work, is through the extremely cruel attitude, extremely cruel treatment of many of our sources. As many Russian media have written, there's been a sort of a backlash against any whistleblowers or perceived whistleblowers, or even completely innocent people who have been seen by the FSB or the Russian law enforcement as people who helped our investigations. We've followed what's happening to such people, both people who helped us, but also people who didn't help us and are just perceived as people who helped. Many of them have been kidnapped by law enforcement, completely extrajudicially beaten, tortured, threatened, and told to admit to having helped us in the investigation. Some of them who have nothing to do with our investigation have been forced to admit just to get off the beating. And we're talking about something that is happening in the 21st century in a country that that actually wants to be part of the world elite of human rights, of being accepted as a moral leader. And we're witnessing this. So I think if anything, if we don't take any of the other threats seriously, but the threat of actual people who are perceived to be our sources being tortured, that is a real threat. Thank you. Игорь Лобан, если можно, вот у вас есть как-то силовая составляющая в вашем прошлом. Мы сейчас слышали от Христа, что как раз вот сопротивление, противодействие силовиков, наверное, является самой серьезной и самой опасной в вашей работе. А как вам работается? Ведь вы, ваша цель тоже силовики, белорусские, которые, в общем, ничуть не мягче, а может быть даже сильно жестче, чем силовики российские. Добрый день. Вопрос ко мне, правильно я понимаю? Да. Да. Здравствуйте. Ну, я на двух словах, во-первых, расскажу, кто мы такие, наверное. Инициатива «Байпол» — это инициатива именно бывших силовиков, которые после выборов 2020 года вышли из состава правоохранительных структур. По сути, мы
только делаем первые шаги именно в расследовательской журналистике, то есть в плане именно подачи материала. Что касается противодействия и репрессий, которые следуют за материалами нашими, один из последних примеров, который могу привести, мы получили достоверную информацию о том, что власти Беларуси готовили провокацию, теракт в городе Минске, которую опубличили. В результате теракт был сорван, но властями была совершена имитация, в которой, соответственно, обвиняют теперь нас. То есть, скажем так, против нас, скорее всего, выставят обвинение, якобы мы сами готовили этот теракт. Вот вам обычный пример. Что повлечет это за нами? Для нас это, естественно, ограничение перемещения и всякие трудности, поскольку если нас включат в список лиц, причастных к террористической деятельности, последствия вы сами понимаете. То есть вот на ровном месте, скажем, вот и противодействие. Ну, я уже не буду говорить о уголовных статьях, уголовных делах, которые возбуждены в отношении абсолютно всех ребят из нашей команды. Это в Беларуси стандартная практика, то есть создать уголовное дело для того, чтобы человек чувствовал себя в опасности и не мог нормально функционировать. Спасибо. Спасибо большое. Сергей Хазов недавно из «Радио Свободы» недавно опубликовал буквально какое-то колоссальное расследование про то, как воруется нефть на российских месторождениях. Причем, ну вот ровно за это осудили Михаила Ходорковского, а Сергей вот какие-то неимоверные детали привел, как это происходит с участием российских силовых структур уже на региональном уровне. Скажите, Сергей, вот мы часто говорим о все проникающей коррупции в России. Вот вы исследовали такую узкую тему. Скажите, а вот есть уголки неподвластной коррупции? Вот есть что-то такое чистое, святое, неприкосновенное в российской власти? Сергей, мы вас не слышим. Да-да, слышно меня? Да, я просто, у меня не очень хороший интернет в командировке. Угу. Сейчас слышно, да? Да, все хорошо. Собственно говоря, вопрос о коррупции в путинской России, в путинской власти. Я думаю, что можно начать с того, с чего Жанна Борисовна начала вступительное слово. Институтов в стране функционирующих не осталось, и поэтому коррупция, она есть, собственно, часть этой власти. И все системы, в которой мы живем, существуем. И, собственно, расследование, мне кажется, оно интересно не только тем, что как конкретно воруется нефть, но тем, что это прекрасная иллюстрация того, как устроена вообще система взаимоотношений между разными органами, правоохранительными вообще институтами в нашей стране. Я несколько месяцев над этой темой работал, встречался с совершенно разными людьми в ХМАО, в Москве, повсюду. И если посмотреть на это со стороны, то на бумаге, то есть все задумано хорошо, как и должно быть, как, наверное, есть и в других странах, есть нефтяные компании, частные либо государственные, есть правоохранительные органы, которые должны защищать государственные интересы и интересы частных компаний тоже. Соответственно, в частных компаниях есть службы безопасности, они нанимают охранные предприятия, те контролируют месторождения и так далее. И с точки зрения техники у них тоже все прекрасно, потому что огромные деньги выделяются на охрану месторождений, трубопроводов. Да, есть люди, которые нагамят на эти трубы, а есть специальные какие-то штуковины, которые они в трубу запускают, и вот на видео по трубе путешествуют, смотрят, нет ли где-то врезки, нет ли где-то нарушений, собственно, трубопровода. Вот. Но получается так, что абсолютно все люди, которые так или иначе приближены к этой теме нефтяной, задействованы в хищениях. Это и сотрудники служб безопасности, это и сотрудники частных охранных предприятий, это и какие-то мелкие служащие, какие-то охранники, которые ходят ногами по тайге, по тундре и смотрят за трубой. Это их руководство в регионе и это их руководство в Москве. Потому что самое интересное, что ниточки тянутся не в Ханты-Мансийск, а в Москву. И самое интересное, что руководство нефтяных компаний, которые, по идее, должны защищать свои интересы и свои деньги, они, как мне кажется, совершенно в курсе того, что происходит.
Потому что прекрасный пример был такой начальник ФСБ Тюменской области Вадим Пятилетов. До этого он работал в Самарской области, и в Самаре при нем цвела пышным цветом свилищение нефти, и в Тюмени было то же самое. И его сняли после того, как обнаружилась банда офицеров ФСБ под его руководством, то есть его в уголовном деле формально никак не задействован, но посадили несколько офицеров ФСБ за то, что они похищали людей, убивали их и так далее. И он после этого ушел с поста директора ФСБ и стал начальником службы безопасности в компании «Лукойл». Вот. Даже не в государственной компании, а в частной компании, которая должна зарабатывать деньги для себя и своих акционеров. Соответственно, и сами компании воруют сами у себя, получается, и правоохранительные органы вот этими преступлениями в сфере топливно-энергетики занимаются как МВД, так и ФСБ. Соответственно, и полицейские, и сотрудники ФСБ задействованы в этих хищениях. Более того, ФСБ является, как мне удалось выяснить, основной структурой, организующей структурой вообще всей этой системы хищений. То есть они не просто получают деньги от бандитов, которые воруют нефть, они их контролируют и нанимают на работу, если можно так сказать, и получают основной куш. Соответственно, в этом задействованы ГИБДД, которые тоже по закону сотрудники ГИБДД, дорожной полиции проверяют накладные у водителей грузовых машин, нефтеводов. Собственно, если накладные поддельные, либо какие-то странные, то сотрудники ГИБДД, может быть, полицейского. И дальше начинается какая-то проверка. Ничего этого не происходит, потому что ГИБДД тоже на уровне руководства и простых постовых сотрудников задействованы в этих хищениях. И, соответственно, ФСБ воздействует на суды, если такая необходимость возникает. Причем судьи могут выносить необходимые решения по просьбе ФСБ, я так думаю, что они это делают бесплатно, а по просьбе, если это происходит по просьбе криминальных структур, то, наверное, они какие-то деньги за это получают. И таким образом получается, что нету ни одной структуры и нету ни одного начальника, который мог бы бороться с этими хищениями. И то же самое... мы знаем, но и в других денежных сферах, таких как ненагло денег за границу, рынок незаконного обмала, рынок наркотиков, рынок сексуальных услуг, чего угодно. И, соответственно, нет ни одного начальника, потому что если какой-то вдруг начальник свалится с неба, честный начальник, который захочет бороться с криминальными структурами, то его, наверное, уволят, либо посадят, как это было с одним из моих источников, с начальником УВД Нижневартовского района. Вот, собственно говоря, поэтому мне кажется, что основной здесь вывод заключается в том, что коррупция и есть структура власти. Не будет коррупции, не будет этой власти. Она не может существовать без нее, к сожалению. И вот, собственно говоря, это мы и наблюдаем. Спасибо большое, Сергей. Нам часто приходит, по крайней мере, часто приходится слышать утверждение, что сейчас нельзя говорить о том, что существует холодная война 2.0 между Россией и Западом, потому что холодная война – это была война идеологий, а сейчас у Путина нет никакой идеологии. Мне это кажется как раз неправильно. У Путина есть идеология. Это как раз вот распространение коррупции, идея разрушения устоявшихся западных институтов, идея разрушения сдержек и противовесов. И тема российского влияния вот в этом направлении, мне кажется, она как-то вот, не всегда там находит место в расследовании. Наталья Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, насколько сильно влияние России вот в том, что происходит в Беларуси? В Украине. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Да, приветствую всех, коллеги. Спасибо за приглашение. Что касается Украины, конечно, поддержание коррупционного устоя в стране расценивается, да, рассматривается Кремлем как инструмент и, в общем-то, гарантия удержания Киева в орбите влияния Москвы. И важно для понимания, что коррупция в Украине реализуется в большой степени через олигархат. Показательно, наверное, что почти все украинские олигархи, они, по большому счету, пророссийские настроенные бизнесмены. И многие из них сформировались за счет торговли с Россией, то есть с одобрения Кремля.
Вообще важно, что украинские олигархи для Москвы, можно сказать, лучшие и надежные такие ситуативные партнеры, потому что они точно так же заинтересованы, чтобы внутри Украины государственные институты, как вы сказали, да, оставались слабыми, потому что слабые означает контролируемые. И речь идет не только о сменяемых политиках, да, а о всех ветвях власти, включая суды, включая правоохранительные органы. И неудивительно, что требованиями революции достоинства в 2014 году был как отказ от союза с Россией, да, то есть избрание европейского курса развития страны, так и борьба с коррупцией, потому что эти вещи, они напрямую связаны. Но реализовать эти требования в Украине оказалось задачей настолько сложной не только потому, что Россия развязала военные действия, да, не только из-за физической агрессии, а потому что во властную элиту на всех уровнях и до сих пор на самом деле интегрировано слишком много людей, которые заинтересованы в сохранении такого коррупционного устоя в стране. Но, к счастью, в Украине очень активный общественный сектор, очень развита журналистика расследований, и, в принципе, очень много чего удается. Уже 7 лет мы выпускаем программу на Радио Свобода, программу «Схема». Она выходит каждую неделю в эфир, что важно, украинского общественного телевидения, которое, в общем-то, создано и развивается в противовес тому множеству, да, олигархических телеканалов, больших олигархических СМИ. Так вот, мы очень большое внимание в своих расследованиях действительно уделяем российскому влиянию на украинскую политику, общественную жизнь. Например, есть такой пророссийский политик, как Виктор Медведчук, очень близкий к Владимиру Путину, а не кумовья. Вот Медведчук долгое время сидел в тени, но после революции достоинства вернулся в публичную политику и, по сути, имея миссию не допустить дальнейшего разворота Украины в сторону Запада. Ему даже удалось завести большую политическую силу в парламент, вторую по величине после политсилы президента Зеленского. Вот. Так все это возможно наверняка только с большими финансовыми вливаниями, да, в такую деятельность. И мы в своей программе «Схемы» систематически расследуем и придаем огласке эти процессы. То есть, представьте, да, на востоке страны идут военные действия, Украина просит помощи Запада, а при этом пророссийская политическая сила набирает обороты в стране, скупает целые телеканалы, развивает свой бизнес. Поэтому интересно, как аккумулируется капитал на такие российские движения в Украине. И расследование «Схем», например, показало, что семья Виктора Медведчука владеет в России крупным нефтяным бизнесом, причем обрело его сразу после Майдана, очевидно, как источник такого бесперебойного, да, дохода. И более того, украинскому политику верили в России разработку большого нефтяного месторождения, что далеко не с каждым бизнесменом в России случается. Вот. И обо всем этом украинцы узнавали именно из журналистских расследований. Только недавно произошел такой некий сдвиг. Владимир Зеленский поддержал введение персональных санкций против Виктора Медведчука и его соратников внутри страны. Они закрыли сразу несколько телевизионных каналов. В общем, власти как бы стали смелее в плане выявления российского влияния в Украине. Однако параллельно с этими процессами происходят вещи прямо противоположные. К самому президенту накопился уже ряд вопросов о его окружении, некоторые представители которого, мягко говоря, не содействуют европейскому вектору развития страны. Другие олигархи, такие как Игорь Коломойский, продолжают иметь большое влияние в Украине, в том числе на окружение самого президента Зеленского. И полноценная судебная реформа также упирается в это нежелание олигархов, клептократов терять контроль над правоохранительными органами и судами. И поэтому ими ведется ожесточенная борьба еще и на этом фронте. Но мы, как журналисты-расследователи, ставим важные задачи разоблачать все эти процессы, придавать их огласке. И, к счастью, украинское общество, в общем-то, не безразлично к таким фактам и довольно вовлеченно реагирует на выявление пророссийского влияния в Украине. Спасибо большое, Наталья. Вы меня заинтриговали. То есть ждем расследования о российских деньгах в окружении президента Зеленского. С нетерпением. Это будет интересно. Спасибо. Тадеуш Гичан, а можно вам тот же самый вопрос? Российское влияние, насколько оно серьезно? Насколько вы его ощущаете? И, не знаю, можно ли о нем говорить, как о процессе? Да, добрый день, Сергей. Добрый день всем. Меня зовут Тадеуш, я редактор телеграм-канала «Нехта».
По поводу российского негативного влияния. Ни для кого не секрет явно, что насколько сильны российские силы, российское влияние в Беларуси, и что Лукашенко до сих пор держится у власти именно за счет России и его поддержки. Точно так же и коррумпированность элит, и различные серые схемы, через которые обогащаются Лукашенко и его приближенные. То есть все то, что представляет интерес для расследовательской журналистики в Беларуси, оно почти все завязано на Россию. Но при этом я хотел бы рассказать о том, насколько российское негативное влияние иногда бывает позитивным, по крайней мере, для такой нашей нишевой группы, как белорусские журналисты-расследователи. Дело в том, что в России работа расследовательского журналиста, она в каком-то смысле проще и легче, чем в Беларуси. Я помню, я когда-то читал относительно недавно книгу «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгоря, и меня тогда поразило, насколько охотно бывшие чиновники, даже иногда действующие топ-чиновники, идут на контакт с журналистами. Понятно, что они никогда не расскажут о каких-то мутных схемах, но они рассказывают очень много вещей интересных из внутренней кухни, какие-то байки, другие вещи, которые являются отличной зацепкой для расследователя. В Беларуси же система, которую построил Лукашенко, она гораздо более монолитная, а сама коррупция гораздо более системная и контролируемая. И хуже всего для нас то, что это все покрыто такой плотной завесой молчания. А вот за те 26 лет, что Лукашенко у власти, огромное множество чиновников, силовиков, бизнесменов попало в опалу, бежало из страны, там часть в Россию, меньшая часть на Запад. Очень многие из них точат зуб на Лукашенко. В 2010 году даже целая группа белорусских чиновников-бизнесменов в Москве собралась и проспонсировала предвыборную кампанию одного из оппозиционных кандидатов. Но, несмотря на все это, за последние 20 лет практически никто из этих всех беглых представителей белорусской элиты не дал никаких интервью. А вот сейчас мы занимаемся подготовкой нового расследования про серые схемы как раз обогащения Лукашенко. За это время десятки людей, можно сказать, были такими близкими инсайдерами. Сейчас они живут за границей, но даже сейчас, несмотря на то, что вот после августа в каком-то смысле монолит режима треснул, практически никто из них не хочет идти на контакт. И из-за этого то очень многое, что происходит внутри режима, даже для политизированной части белорусского общества, остается загадкой. Вот, например, на прошлой неделе в Африке задержали такого белорусского контрабандиста и торговца оружием Александра Зингмана, который, по сути, один из самых богатых людей в Беларуси, ну, точно в десятке. И, по сути, до этой недели никто в Беларуси о нем не слышал. Вот был один репортаж наших друзей из Белсата в прошлом году, а до этого, действительно, вот 10-15 лет активности этого Зингмана, он реально проходил вот под радаром. Никто про него ни сном, ни духом. Что касается России, то в России из-за того, что политические и экономические элиты гораздо более раздроблены, чем в Беларуси, гораздо больше вещей из-за этого уходит в паблик. Очень много расследований о коррупции в Беларуси начинаются именно с того, что появляются какие-то публикации в России. Например, про бизнес-империю братьев Хотиных, про дело Уралкали. Я могу приводить много таких примеров, поскольку, собственно, это то, чем мы занимаемся, но, в общем, идея, мысль сводится к тому, что иногда для нас, для белорусских журналистов, российская коррупция, на удивление, является позитивным фактором, который позволяет скрыть те связи, о которых сами по себе мы в Беларуси бы никогда не узнали. Вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо, Тадеуш. Фиделиус, а можно спросить, а как обстоят дела по ту сторону уже бывшего железного или нынешнего железного занавеса в Европе? Как там присутствие Владимира Путина с его коррупционными идеями продвигается, завоевывает пространство? Фиделиус, микрофон включите, пожалуйста. Да, I'm sorry, I had been thrown out of the conference just when I was supposed to start. Did you ask a specific question, or do you want me to speak about yes, this recent topic? Yes. I wanted you to say about Russian influence, Putin's corruption idea in the Western Europe. How do you feel it, and how important is this process? How can you or we resist it? Big thing. Most certainly my home country is Germany, as you can tell by my accent, I guess, and that I work for Der Spiegel. I can say everything Russia does
does fall on a very fruitful ground in Germany. So if Russia invades Ukraine, you'll always find a large percentage of the public saying, oh, but you've understand, I have to understand the Russian position. Russia intervenes in Syria and you'll have half of the public say, oh, but you have to understand they have their interests. So that is to start from a very fortunate position for any Russian influence operation, because you've got half the public on your side anyway. So do you in that setting actually need corruption to influence? I don't know. If you look at the former prime minister of Germany, Gerhard Schröder, he's openly working for Putin and is denying everything, be it the poison attack on Alexei Navalny or the attack on Sergei Skripal. So do, well, of course, he's receiving a multi-million salary, but he's almost transparent about it. So is this corruption? How can we resist it? It's really difficult. What we have tried to do over the past is to be more explicit on, in order to show what's happening, that Russia is killing exiled Chechens in Berlin in 2019. We have exposed dodgy deals of Russia, especially with Die Linke, so the former Socialist Party, and also with the right-wing populists. These parliamentary, they're not in government, of course, but these influence operations within the parliament show clearly that Russia has an interest and that it's ready to form the agenda. If you look at parliamentary inquiries in Germany that are being sent by Die Linke or AfD, they virtually look like the Russian embassy has written them. There is, you see, there's not much room for difference. What can we do to resist it? I mean, we're journalists, we're not politicians. If I were a politician, I guess that I had a couple of ideas. As journalists, our job is always expose and name and shame. And so what we need to do, and I think most certainly at Der Spiegel we have started for about 2 years, is to pay more attention, or 3 years. I think the Tiergarten murder was a wake-up call to everybody. And I also think that our readers are very interested in these kind of topics. Are we getting anywhere? I don't know yet. Oh, well, there's a couple of interesting research projects running, but I can't really talk about them before we're publishing them. But this is our role. We have to pay attention, we'll have to expose, and we'll get there. Will this change a lot? I don't know. Never forget, the German business is heavily invested in Russia, and the whole energy sector is deeply intertwined. But the government will have to adjust when things like that are public. Again, the Tiergarten murder, nobody wanted it to be true that it was an act of state terrorism. It was treated as a pure murder. And just because Bellingcat, the insider, the dossier center, and us put relentless months of work behind this and kept the pressure up, it was finally prosecuted as an act of state terrorism. Okay, thank you. Thank you. Сергей Харитонов, а можно вас попросить на ту же самую тему о российском влиянии? Да, Сергей, коллеги, добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я абсолютно полностью согласен с Тадеушем из редакции «Нехта» по поводу того, что в значительной степени та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Беларуси, это итог российской внешней политики. И единственная причина, по которой Лукашенко по-прежнему остается у власти, это российское финансирование и поддержка Владимира Путина в отношении этого политика, которого можно сейчас назвать уже бывшим президентом Беларуси. Что касается российского влияния, да, мы особо отметили роль Российской Федерации во время августовских событий в Минске и в целом в Беларуси, потому что это было не только какой-то протестной кампанией в столице, но и во всех региональных городах, чего Беларусь не видела вообще никогда в своей независимой истории. Кремлем были направлены группы так называемых аналитиков или экспертов, которые поддерживали
политическую военную составляющую противодействия мирным протестам. И помимо этого была также направлена группа российских медиа-специалистов, в первую очередь с канала RT, для того, чтобы заместить тех государственных журналистов, которые работали в первую очередь в Белтелерадиокомпании, это национальный телерадиовещатель. Но в первую очередь мы говорим о телевидении и крупнейшем национальном телеканале БТ, который впервые в своей истории, опять же, столкнулся с тем, что персонал отказался выходить на работу и объявил о забастовке в связи с тем, что руководство телеканала отказывалось показывать реальные события, которые происходили в те дни. Не сказать, чтобы Белтелерадиокомпания когда-то до этого была объективной, но насилие со стороны силовиков и пытки, о которых стало известно уже в первые дни после начала гражданских протестов, оказались несовместимыми даже с профессиональной этикой тех журналистов, которые работали на государственном телевидении в более раннюю эпоху Лукашенко. Таким образом, можно сказать, что во многом телевизионная повестка, которую заряжало государственное телевидение в те дни, очень сильно повлияла на формирование мышления, в том числе и силовиков, которые сейчас находятся в таком состоянии осажденной крепости. И именно благодаря российским усилиям в Беларуси появились те 30 тысяч заключенных, которые прошли через тюрьмы и изоляторы за последние 7 месяцев. Именно благодаря этому влиянию мы узнали о более чем 2000 фактов пыток и бесчеловечного отношения по отношению к гражданским лицам со стороны как Министерства внутренних дел КГБ, так и военнослужащих сил специальных операций, которые также были применены в нарушение белорусского законодательства. И, конечно, стоит отметить, что российское влияние по-прежнему сохраняется. Мы видим, что белорусское государственное телевидение полностью перенимает все нарративы российского телевидения, и в какой-то степени можем говорить о том, что оно превратилось в такой филиал российской госпропаганды, которая очень похожа на такую совсем ядреную пропаганду, которую можно наблюдать в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины. Вот. Что касается расследовательской журналистики в Беларуси, любопытно, что на протяжении многого времени, как Тадеуш верно отметил, белорусская государственная система была очень закрытой, и это касалось не только тех инсайдов, которые давали или не давали чиновники, но также и информации, которую отказывались публиковать сами многие издания ввиду того, что это было просто небезопасно. Сейчас только за последние полгода в Беларуси более 500 случаев задержаний, похищений журналистов, потому что то, что называется в Беларуси задержанием, полностью соответствует понятию насильственного похищения, и ни о какой законности этих фактов говорить не приходится. Работать журналистом-расследователем опасно, работать журналистом в поле опасно, и речь идет не просто о какой-то там бытовой опасности, но о непосредственной опасности для жизни. Многие журналисты получили травмы во время августовских событий, многие из них были мишенями для спецподразделений. Жилет пресса был как раз-таки таким красным флажком, который помогал сотрудникам спецподразделений. В первую очередь речь идет о отряде «Альфа» и «Алмаз». Жилет пресса для многих из них был мишенью, по которой просто стреляли в открытую с короткого расстояния. Является ли это частью российского влияния? Видимо, да, потому что накануне протестов российские специалисты оказывали помощь белорусским силовикам в том, чтобы поддержать их не только боевой дух, но и их стандарты поражения целей, которых можно встретить во время мирных протестов. Ну вот как-то так, если совсем вкратце. Спасибо большое, Сергей. Игорь Лобан, а можно я вас вот как бы в продолжение этого вопроса спрошу? Вот это влияние российских силовиков, оно было? Потому что из того, что мы видели, ну, что называется, на экранах, из того, что мы читали по сводкам новостей, белорусские силовики вели себя гораздо более жестко, если не сказать, ожесточенно, нежели чем это делали их российские, не знаю, коллеги, да, визави. Вот можно об этом что-то говорить? Все просто. Мы не
имеем каких-то убедительных доказательств влияния именно российских силовиков на действия белорусских силовиков. В то же время, очевидно, мы можем заявлять о том, что с особой жестокостью они действовали именно потому, что им был дан карт-бланш на такие действия, потому что до личного состава была доведена информация о том, что Беларусь пытаются захватить, разделить и так далее и тому подобное. Поэтому они действовали в условиях, когда, по их мнению, они спасали страну. И это просто результат работы пропаганды внутри системы. Спасибо большое. Вот, Михаил, можно вам вопрос, Маглов? Скажите, вот есть какие-то, наверняка есть какие-то ниши, там, аудитория, российская аудитория, до которых невозможно достучаться, ну или до которых вы пока не смогли достучаться. Что это за ниши, и есть ли вообще, ну вот, если вам представить, если вам дать там волшебную палочку, да, или там золотую рыбку с тремя желаниями, вот что нужно сделать, чтобы достучаться до них, или как это можно сделать? Ну, я скажу, что вопрос немножко будет, конечно, не по адресу, потому что я не работаю в составе какого-то такого классического медиа или редакции. Мы скорее даже не расследованием занимаемся, а исследованиями. И наша аудитория, как правило, довольно специфична. Мы ориентируемся, когда мы изучаем какую-то проблему, мы в том числе ориентируемся на тех людей, кто эту проблему может исправить, да, кто принимает решения. Поэтому мы, в общем-то, даже не могу сказать, что прям пишем на широкую аудиторию читателей. Я думаю, тут переадресовать вопрос скорее Роману Баданину. Но коротко расскажу про цели, вот, на которые мы сейчас ориентируемся. Это будет как раз не Россия. С рядом коллег мы работаем над созданием базы данных российских чиновников, депутатов, политически значимых лиц, в том числе для того, чтобы западные банки использовали эту базу данных в рамках процедуры «Знай своего клиента». Это там не новая идея, наши коллеги из Украины активно этим занимаются. Мы решили продолжить ее, то есть у нас сейчас из перспективных целей является, чтобы западные банки стали внедрять для своего комплаенса эту базу данных, потому что она намного полнее, чем то, что они используют сейчас, и в том числе охватывает не только самих ПЭПов, но и их ближайшее окружение. Спасибо. Роман Баданин, примите подачу от Михаила. Как достучаться до тех, до кого невозможно было раньше? Да всеми способами, которые у журналистов существуют сейчас и существовали прежде. Видео, фото, текст, ну, как бы, все просто. Жить и развиваться вместе с аудиторией. Все равно будем опаздывать в заметной степени всегда. Это неизбежно. Ну, следовать, если аудитория в ТикТоке, то и быть в ТикТоке. Понятно. То есть делай, что должен, и пусть будет, что будет. Ну до какой-то, Хорошо. Хорошо. Сергей Хазов, а вы скажете что-нибудь на эту тему? Вот как достучаться туда, куда я вот не достучаться знаю, не получалось, с учетом как того, что у вас больше масштаб возможностей, да? Алло, Сергей. Я не знаю, как это сделать. Я думаю, что я соглашусь. Да-да, слышно меня? Алло. Слышно? Алло. Да. Угу. Да-да-да, алло. Хорошо. Да. Слышно. Я соглашусь с коллегами, что надо просто работать, делать свою работу и стараться делать ее интересно. Проблема в России в том, что, вот, например, я работал в Украине много, в 2014 году и чуть раньше, чуть позже. И в Украине, если ты едешь в любую глухую деревню, жители очень вовлечены в политическую жизнь своей страны. Они знают политиков, они знают, что происходит в Раде, они кому-то верят, кому-то не верят, они все это активно обсуждают. В России я наблюдаю какую-то апатию, особенно в регионах. Людям не интересно, им все равно. Они знают, что есть коррупция, они знают, что есть несправедливость. Но вот они живут как-то и не интересуются этим ничем. Они смотрят телевизор круглые сутки, в основном развлекательный какой-то контент. Они тоже ищут в основном развлекательный контент. И несмотря на... Мы все-таки не в Советском Союзе живем. Да, любая информация есть в интернете. Любую информацию можно найти. Есть...
есть средства массовой информации, которые дают объективную картинку, но, к сожалению, очень многие наши сограждане эту картинку смотреть не хотят, и как они в шорах живут, и ничего не хотят знать. Я не знаю, что с этим делать, честно говоря. Надеюсь, что это будет меняться со временем. Понятно, спасибо. Ну, смотрите, поскольку у нас вся дискуссия идет на площадке Европарламента, то мы должны сейчас совместными усилиями постараться Европарламент загрузить нашими идеями. И вопрос, ну, на этот вопрос там будут отвечать все последующие, да, то есть никаких новых вопросов не будет. Что может или что, с вашей точки зрения, должна сделать Европа, Европейский парламент, чтобы помочь в проведении расследований, помочь в их распространении, помочь в повышении их эффективности? Дарья, давайте начнем с вас. Вы так долго молчали. Да, спасибо, Сергей. На самом деле ответ простой. Нужно follow the money, and I will then continue in English. All this influence, which is coming from kleptocracies, has its trace. And its trace very frequently leads us to shell companies registered in Cyprus, in Austria, and in other European and the US, and even in the US. And the best way to tackle these kleptocracies, the best way to help the people of Belarus, the people of Russia, the people of Ukraine, is to block this flow of illicit finances. And what my colleagues told, specifically Sergei, he mentioned that there is FSB in Russia who is behind stealing of millions and billions of dollars of money from Russian people, which is merely sources from natural resources. And then they are exporting, they are using this money to export its geopolitical influence to Russia, to Belarus, to Ukraine, to Georgia, to Moldova. And very frequently, this ends up with violence, with killings, with wars. This is what we are witnessing in Ukraine. And these linkages between oligarchs and between kleptocrats in different countries, they are very visible for investigative journalists and for watchdog organizations. Specifically, if we look into connection between Russia, Belarus, and Ukraine, we see that money flow from Russia, from oil business in Russia, goes through Belarus to Ukraine. And the case which Natalia Sedleska mentioned of pro-Russian Ukrainian politician Viktor Medvedchuk illustrates how transnational is the influence of Russian kleptocracy. However, it also shows that it is impossible to execute this influence without access to Western finances and without access to Western companies. In the case of Viktor Medvedchuk, we see how the oligarch from Belarus, who is now sanctioned by the EU, not yet sanctioned by the US, Nikolai Vorobei, is helping Ukrainian pro-Russian politician Viktor Medvedchuk in transporting oil products from Russia through Belarus to Ukraine and then to the West. And we also see that this oligarch has his bank, Absolute Bank. The bank in Belarus is used as a gray zone to transfer money to Ukraine, but also to transfer oil products from Russia through Ukraine to the West. This bank has correspondent banking accounts in EU and in the US. What EU can do is to block these correspondent banking accounts. I don't know, probably they are already blocked after the sanctions, but I doubt so. I think it's important to cut the money flow. There is another oligarch in Belarus, which has his bank and which supports the regime of Lukashenko, and which also provides his services to Ukrainian pro-Kremlin politicians for transferring money from Kremlin. This bank, called Minsk Transit Bank, it also has correspondent banking accounts
in EU member states and in the US. Cutting these correspondent banking accounts means closing money flow. And I'm pretty sure that the same cases, there are many such cases in Russia. I think that the banking system has to be the target for the EU and for the US in order to cut access for banks which belong to oligarchs to the currency of euro, of Swiss francs, of the UK pounds, and of the US dollars. This is something where I believe has to be focus of the EU and the US. And this is something where I think the EU is not in the first, is not a champion. I think EU has to give more efforts into following the money and understanding what are the loopholes inside the system and inside the EU member states where dirty money are accessing the system and destroying it from inside, and then returning back to countries of transition democracies like Ukraine, like Belarus, like Moldova, like Georgia, and returning to us actually in the form of war, in the form of violence, and in the form of complete injustice. Thank you. Спасибо большое, Дарья. Мария, можете продолжить эту тему? Микрофон, пожалуйста, включите. Тему того, что может сделать EU? Да, какую помощь вы бы могли бы хотели получить? EU, не знаю, международные партнерства, негосударственные NGO, вот вообще, в принципе, да, вот как, что могло бы, кто мог бы вам помочь? Well, the European Union could definitely help, but I mean, I'm not that sure anymore that this is going to happen. Essentially, the European Union just needs to kick them all out, all of the bad guys, those people who are in bed together with the Putin's regime, everybody from the oligarchs to the government official and the employees of the state media. They need to be kicked out. This is so simple. I don't need to use any fancy vocabulary to put this together. Kick them out physically and financially. Those people live in Europe. If they don't live in Europe, they travel to Europe. And by kicking them out, I don't mean them, you know, those people who, like, I don't know, directly work for FSB and, I don't know, and who tailed Navalny for 3 years before poisoning him with Novichok. I mean, a much wiser circle of people. And I mean, and there are families on top of it. I would really love to see what this government officials' families would say when one day they will figure out that they can no longer go to south of France for a holiday. They can now go just without their, you know, without their daddy or husband or something. They can go on their own. But what needs to happen is that everybody needs to be gone. There has to be a price that these people will pay. They're not going to pay it in Russia. Now we know it for sure. Well, at least not soon. So that price needs to be paid elsewhere, and that place is Europe. And we've been talking about sanctioning individuals, specific individuals, on the EU level for years and years and years. And now I can confidently say that it is very upsetting that, well, it looks like it's not happening. The sanction lists that we are seeing are fine. They are, I don't know, 4 out of 10 sort of level of sanctions, but this is not what needs to happen. I genuinely cannot figure out why it is fine. And maybe someone from France can answer me why French government is okay with Putin's family living in Biarritz on the Atlantic coast. It's a consensus that Putin is the person who's using his power to, I don't know, kill his opponents with chemical weapons, or kill his opponents with bullets on a bridge. So how come it's okay for his family to live peacefully on the Atlantic shore of France? I really, like, that just doesn't fit. That thought doesn't really fit into my head. And it's getting very frustrating that we talk about this so much, but nothing really happens. You know, we're talking about Putin's family living in Europe. Ex-family or current family, I mean,
children, ex, son-in-law living between Monaco and France. There are plenty of examples. I also really don't understand why it is impossible to sanction oligarchs. We've been given a pretty clear answer that Europe is not doing it. Well, they're considering, but this consideration doesn't go into the direction that we need it to go. And I also don't understand, I've been looking into Usmanov's whereabouts in the last week. He's all over the place. He is in France. He is, I don't know, he's in London. He's in Switzerland. He is here, he is there. His boat is parked in Spain. Then his boat goes to the Mediterranean coast. How is it fine? The European bureaucrats, the European institutions really need to figure out the link that if they want to fight Putin, if they want Putin to change, go away, whatever, they need to remove his source of well-being, the source that his regime is sitting on, which is money. And this money, they are in Europe, oligarchs are sponsoring Putin. Putin's friends, who he made oligarchs, those people who have Finnish citizenships, they own like half of Helsinki real estate. Many, many other examples. Oligarchs are also, Putin is no one without oligarchs. And I wish I could explain it to everyone who is responsible for policymaking and for sanctions policymaking in Europe. I'm ready to tattoo it on my head. Just sanction oligarchs. This is what needs to happen. And this is the only help that we are demanding it. We don't need anything else. We don't need any political support. We don't need statements of deep concerns. This is nice to have, but not crucial. We want the people who sponsor Putin's regime, we want those people to be out of Europe and preferably cut off from their bank account and their other financial assets. Thank you. Спасибо большое, Мария. Тадеуш, что вам нужно? Что бы вы хотели получить? На самом деле Дарья верно сказала про вот этих двух олигархов, Воробья и Алексина. У них не только есть банки с корреспонденционными счетами в Европе. У Алексина есть вполне себе, что называется, legitimate business в Латвии. У него есть и нефтехимический завод, у него есть и, что это называется, brewery, пивной завод. То есть, как бы несмотря на то, что Европа предпринимает много каких-то шагов, а белорусское общество реально не чувствует реальной поддержки, реальной помощи. То есть очень много деклараций, красивых слов, но когда речь заходит о деле, о каких-то реальных санкциях или реальной помощи, к сожалению, Европа оказывается беззубая. То есть санкции ввели против тех же людей, против которых вводили санкции 10 лет назад, и тогда это ни к чему не привело. Более того, нынешние санкции, они гораздо слабее, чем санкции, которые были введены после выборов 2010 года, несмотря на то, что тогда масштаб репрессий был гораздо ниже, чем сейчас. То есть белорусское общество хочет видеть реальную поддержку, реальную заинтересованность в Европе, потому что белорусское общество, оно изменилось, оно пробудилось, и... Оно хочет нормальной жизни, но, к сожалению, из-за того, что у Лукашенко есть союзник России, а у белорусов, к сожалению, его пока особо нету, силы не равны, и очень бы хотелось эту ситуацию как-то исправить. Спасибо. Спасибо большое, Тадеуш. Роман, а вы можете что-нибудь сказать? Вам что нужно? Вот вы как представитель, не знаю, какого мощного... мощный консорциум, организация, коллектива. Okay, first of all, since some of the panelists have already switched to English, I'm going to follow this practice as well. First of all, in the contrary to Maria and Daria, I prefer to focus on, I would say, journalistic stuff. I cannot talk about political stuff such as sanctions, such as cutting financial flow. So visiting United States or European countries
I was very often asked, how can Europe or how can the US help Russian journalists? And to be honest, I really dislike this phrase. From my point of view, the more convenient wording is, how could Europe or the United States help itself? Let me explain this point with an example. In 1986, as you know, there was a dramatic disaster at the Chernobyl nuclear power plant. As many people know, by the way, thanks to the excellent movie, the Soviet government for a long time hid the scale of the disaster and the entire fact of the disaster, both from its own people and from Western countries as well. And all these had terrible consequences. Time was lost and many lives were lost. Despite the fact that perestroika had already begun, there were no independent and honest media in the USSR at that time. And there was no one to tell the people in the world what had happened. That was the problem. As a result, as you maybe know, a small Swedish newspaper was the first to report on the scale of the disaster about a week after the first explosion. How did the Swedish newspaper found out the information on the incident? It was very simple. By that time, Swedish weather forecasters found the radioactive cloud that reached Scandinavia. Why is this story, from my point of view, is really important? What is happening in Russia, whenever, now, or in the future, is very much about Europe and the world. Russia and everything good and bad that happens in Russia affects the world a lot. So the only question that matters here is, how can European countries help themselves with a free press in Russia? And the answer is also quite simple. We need a European audience. We need European readers and watchers to be interested in what is happening in Russia. Read and watch what we do. The more people who know the truth, the more people are aware of what is going on in Russia, the better for us and safer for us as journalists. Роман, можно встречный вопрос, как бы в продолжение. А почему не использовать партнерство с западными средствами массовой информации чаще? We do collaborative work a lot. I mean, we are always open to any collaboration with any European trusted media organizations. So, and it's one of the most fruitful ways to reach the foreign audience. You are completely right. Окей, спасибо. Наталья Седлецкая, вы еще с нами? Я вас не вижу на экране. Да, если можно, продолжите, пожалуйста, эту тему. Да? Да, Сергей, на самом деле я согласна с тем, что это не совсем работа журналистов запрашивать какую-либо реакцию или помощь, да, официальных органов, однако на практике именно очень часто, что результаты журналистских расследований, журналистских трудов ложатся в основу, да, дальнейшего развития действий, в том числе в, как реакция, например, антикоррупционных организаций и активистов. Например, возьмем такой пример, да, санкции. Вот сильнейший инструмент, который реально работает, если к нему прибегнуть. И вот против того же Виктора Медведчука, которого мы сегодня несколько раз вспоминали, США ввели санкции еще в 2014 году, и с тех пор он был вынужден оформлять свои активы на свою жену. Она украинская телеведущая, да, далека от всех этих бизнесовых вопросов. Ну, по сути, он прямо признавал, что это способ обойти американские санкции. И когда наше журналистское расследование выявило, да, целый ряд этих активов, то украинская общественная организация, Центр противодействия коррупции, Дарья здесь присутствует, да, с нами, они направили эти факты в Минюст США, и санкции были, собственно, расширены, да, на те юрлица, которые были освещены в нашем расследовании.
Вот. Но, как известно, недавно США ввели санкции против другого украинского олигарха Игоря Коломойского. И не секрет, что Евросоюз немного сдержаннее в этом плане. Более того, последние годы Евросоюз лишь вычеркивает украинских политиков из своего санкционного списка, а не то, что добавляет. И соглашусь с Дарьей в том плане, что не менее болезненными для украинских клептократов являются официальные расследования, когда их начинают в странах Евросоюза или США. Это действительно для них проблема личного характера. Как здесь отмечал мой коллега Михаил Маглов, есть такой парадокс, да, что исторически так складывалось, что бизнес украинских, например, олигархов был обращен в Россию, но тратить свои капиталы они все предпочитают как раз на Западе. И расследователи нашей программы тоже уделяют много внимания поиску активов украинских деятелей в Европе. И мы находим имущество, апартаменты, виллы и так далее. И не иметь возможности этим всем распоряжаться, как и свободно, в общем-то, путешествовать по миру. Конечно, это очень болезненно. И яркий пример — Дмитрий Фирташ, олигарх, который из-за расследования ФБР застрял уже, по-моему, на 6 лет в Вене, без возможности куда-либо выехать. Вот. И отвечая на один из вопросов аудитории, да, действительно, часть из наших материалов подготовлена в сотрудничестве с журналистами из других стран, в том числе европейских, и такое сотрудничество очень важно, именно потому что мы активно исследуем выведение капитала за пределы страны, вот, и такая вот синергия, да, от совместных международных расследований, она, безусловно, есть, и мы тоже всячески открыты к ней, активно над этим работаем, вот, поэтому у Евросоюза и США есть серьезные механизмы, позволяющие проводить расследования о происхождении денег и противодействовать выведению, да, этих преступных доходов, наверное, к ним можно было бы прибегать более активно, в том числе на основании журналистских расследований. Христа, что вы скажете? Какая помощь, поддержка, партнерство вам были бы нужны? Well, I don't think we need any support from Europe. If anything, I would rather have Europe do its job more properly. In terms of law enforcement, for example, where we have been very involved with some of the large investigations in different European capitals and have been supporting law enforcement, I would prefer that we don't do that. I would prefer that law enforcement in Europe can handle their own investigations. They don't have to count on investigative journalists. But there's a big problem in why they need us. And it's the fact that they treat Russia as a normal state that follows international law. And all the the structure of investigations by law enforcement in Europe is based on the concept of equal states, sovereign states, that all follow law, and that states don't do crimes, that people do crimes, but states are above that. And any type of attempt to investigate transnational crime requires the cooperation of the other country. It's based on the principle of legal assistance. So when somebody gets shot in the middle of Kleine Tiergarten in Germany, Germany asks Russia for help. When somebody gets Novichoked in Bulgaria, Bulgaria asks Russia for help. Russia responds with complete lies and nonsense. And this has been going on for 6-7 years or even more. And Europe continues treating Russia as an equal partner with sovereign rights to lie in this case. So for as long as that continues to be accepted and ignored, none of these crimes will be resolved in full. And danger to everybody in Europe, but also to journalists in Russia and in Europe, will increase even more because of the feeling of impunity that Russian law, Russian security services are getting. So first thing that I would ask Europe is to just get its own suit together and not count on journalists. And the second thing is, again, I have to step a little bit outside of my journalistic shoes and go more into activism by saying, I agree with Maria Pevci completely that the only way to get change to happen inside Russia is by causing change from within the elite, to punishing the elite in order for them to punish their own peer and making some change happen. It's not going to happen externally directly by sanctioning Bortnikov, but it can happen by, for example, the next refusal by Russia to provide information to Germany or to the UK or wherever, whichever country is currently in the EU, in the next law enforcement case, a joint sanction on by the European Union saying, well, fine, until we get the truth from you, no more visas will be issued to anybody with
a 6-degree separation from the Kremlin. And for the 6-degree separation, journalists can provide that data. Спасибо большое. Мы подходим к концу нашей дискуссии, и я хочу обратиться ко всем панелистам. Есть ли что-то, что бы вы хотели сказать, какую-то одну мысль, но очень короткую? Если есть, вы поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я видел, кто из вас хотел бы еще раз обратиться к аудитории. Так, Михаил, Дарья. Хорошо, ladies first, Дарья, вам слово. Ну, я хочу сказать, что я очень уважаю расследованную журналистику в России. Я знаю, что очень тяжело там что-то делать, что-то расследовать. Но мне кажется, тот факт, что есть такие продукты, есть такие люди, которые сегодня выступают, это предвестник изменений. Это было так в Украине. В 2012 году, когда мы создавали наш центр, мы создавали его как реакцию на журналистские расследования. Не было никакой реакции на эти расследования, то есть власть была такая же, как и в России. СБУ все покрывало, и судебная правоохранительная система была сама по себе коррупцией. То есть это позитив. Я очень надеюсь, что в Беларуси будет развиваться расследовательная журналистика. Я понимаю, что это очень опасно там делать. Я все-таки считаю, что необходима помощь западных институций тем людям, которые занимаются этой очень опасной работой в таких странах. Но это точно предвестник изменений. И я думаю, что нам всем нужно быть готовым к тому, что в определенный будет момент так называемого «window of opportunities», когда очень в краткий срок изменения власти нужно будет выжать какие-то вот реформы, изменения. Этот срок будет очень маленький, очень краткий, как в Украине у нас был, но мы немножко что-то успели. Но все-таки к этому моменту тоже необходимо готовиться. Спасибо. Спасибо большое, Дарья. Михаил, вам слово. Я хотел бы на последний вопрос очень коротко прокомментировать. Во-первых, поддержать Марию и Христа и сказать, что Европейский парламент мог бы заняться вопросом создания атмосферы ненависти по отношению к грязным, коррумпированным деньгам, которые приходят в Европу вне зависимости от того, в чьих карманах они оседают, и расследовать все эти случаи. И это касается и российских денег, и белорусских денег, и украинских денег. Спасибо большое, Михаил. Я благодарен всем участникам за ваше... Сергей, вы еще хотели, да? Пожалуйста. Да, Сергей, спасибо большое. Я хотел бы прояснить, во-первых, вопрос, который был в первом моем тезисе по поводу российского участия в подавлении протестов. Мы зафиксировали, что 18 августа руководители ФСБ и службы внешней разведки России Бортников и Нарышкин посещали Минск, и после этого началось активное подавление протестов после того, как они были в какой-то степени уже проигнорированы силовиками, и силовики не понимали, что им делать дальше. Поэтому тут, конечно, комментарий Игоря не совсем был точен. Что касается поддержки белорусской журналистики, сейчас абсолютно понятно, что расследовательская журналистика с территории Беларуси вестись не может, поэтому многих журналистов приходится вывозить, и это важная составляющая, конечно, такой помощи, но помимо этого необходима и очень принципиальная позиция совместная США и Европейского Союза по поводу белорусских олигархов и те кошельки Лукашенко, о которых уже говорили мои коллеги, это только малая часть тех людей, которые ведут бизнес в Европейском Союзе, на территории европейских стран, либо связаны с Западом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы слова совпадали с действиями и чтобы действий было больше. Спасибо большое. Все, больше нет желающих. Спасибо большое. Я всем участникам. Мне было очень интересно. И я для себя, наверное, делаю три таких вывода. Первое, что расследовать вы все вместе. Не только вы, но еще есть другие, кого мы не смогли пригласить. Просто панель, она как бы не резиновая, не безразмерная. Делаете исключительно важное дело. И здесь даже среди вопросов было такой, а не кажется ли вам опасным, что вся расследовательская журналистика становится рано или поздно политической? То есть да, действительно, вы в какой-то мере подменяете
действия политиков, но мы хорошо понимаем, что ситуация в Украине одна, где при всех условностях существует хотя бы ну, что-то похожее на демократию с представительством разных интересов, пусть даже если эти интересы олигархические, в конце концов олигархи между собой тоже воюют и дают какие-то возможности для проявления других интересов. Вот в России, в Беларуси, конечно, с политической деятельностью крайне тяжело, и, наверное, ну, может быть, вы этого и не хотите, но у вас это получается. Второе, это то, что ну, из того, что я услышал, никто из вас не собирается прекращать свою работу, поэтому мы будем ждать дальнейших расследований, дальнейших успехов, и будем надеяться, что вы все тоже, не только мы, слушатели, услышали что-то важное, нужное, и это вам всем поможет. И последнее, это то, что несмотря на тот железный занавес, который успешно строит или там упорно строит Владимир Путин между Россией и остальным миром, мир един, и Россия, безусловно, является частью Европы, частью евроатлантической цивилизации. И здесь я выскажу тревогу. Мне кажется, что он достаточно успешен в продвижении своих ценностей, в продвижении своих разрушающих идей на европейское пространство. И вот одна из важных тем, которая была затронута очень многими участниками, это то, что европейские политики, они должны делать свою работу. Может быть, даже в меньшей степени не столько помогать расследовательской журналистике в России, Украине, Беларуси, сколько помогать расследовательской журналистике и принимать какие-то решения в Европе с тем, чтобы вот эти разрушающие идеи, коррупционные идеи не проникали на европейское пространство. На этом я свою роль считаю выполненную и передаю слово Андресу, который подведет уже политические итоги нашей дискуссии. Спасибо, Сергей. Спасибо. Well, thanks a lot. Really, I have nothing to add to this very important discussion. And I think that the question is not how we from European Parliament can assist investigative journalism in Russia, in Belarus, Ukraine, but how investigative journalism in Russia and in Belarus and Ukraine can assist us in European Parliament, you know, in European institutions, really to bring some kind of more effective instruments which would help transformation of Russia towards more democracy, more you know, more transparency and so on and so on. The same with Belarus. So that is where I see really that our cooperation could be long-lasting. Really, I see a lot way together with my colleagues, you know, with Vladimir Simoshevich, whom I would like to ask, you know, to say a few words. We are, for example, preparing a special report of European Parliament on Russian developments. And we started to look more deeply into sanction policy of EU. I see a lot of weaknesses. How to collect evidence, who is initiating, how to make it more centralized, and so on and so on. And again, you know, you should look, I agree, you know, that you are doing your job, and you are doing that job in a very effective way, but you have two audiences. You have one audience is you know, Belarusian, Russian, or Ukrainian people, another audience is in the West. And that is where I see really, you know, that we need to look how to use your investigative job, your results of your investigations in a more effective way, trying really to convince what Europe and what the whole, you know, democratic community needs to do in order really both to defend themselves, to contain the threat which is coming with, as you know, as some experts from Atlantic Council are calculating, 1 trillion of dirty money which are flowing from Russia now to all the world, 1 trillion, not billion, but $1 trillion, you know. That is what we need to do. But now I would like, before we shall end, you know, our conversation, I see two of my colleagues, you know. And first of all, I would like to ask, you know, Vladimir Simoshevich from Poland, from Social Democrats, to say a few words on this topic. Thank you very much, Andrius. Во-первых, я хочу поблагодарить всех панелистов. Это было не только интересно, но и очень важно. I want to make two comments. First, about the significance of investigative journalism.
This is, of course, evident, and it has been so for quite a long time. If there was no Bob Woodward, Carl Bernstein, there wouldn't be Watergate, and the modern history of the United States would probably go different way, a little bit different way. Today, investigative journalism also can play exceptionally important role. And let me just give one example of the common investigation by Bellingcat and Spiegel of the shooting down of the Malaysian plane over the eastern Ukraine. I understand that then Bellingcat was under, let's say, kind of attack by Russia, but everybody who read the results of that investigation could find them very, very convincing. And that was enough to be a person of a common sense to understand what were the facts, who were the perpetrators, and who was to be blamed to be responsible for that. That was exceptionally, exceptionally important investigation. And I know that this is being continued also in other areas. I understand that this kind of job sometimes is very risky and even dangerous. If you allow me, I would like to take this opportunity to remember Anna Politkovskaya, who paid the highest price for being that kind of journalist. My second comment, I want you to know that half a year ago, European Parliament decided to create a special committee called INGE. It is a committee responsible for studying the problem of foreign interference in our political procedures, in our political systems, including misinformation. I am the member of this committee. I am vice chair of it. It was created for a year, but we are, despite our very intensive work, we've been receiving so much information, especially related to Russian activities, that we already asked for half a year more to work and to prepare not only, let's say, description of the situation, but also conclusions and proposals what should be done, not just to be witnesses of the situation, because Russia not only tries to corrupt politicians, to corrupt political systems, but also using new technologies, techniques of communication with the people, spreads false information, misinformation, achieving then that kind of results that if Russia goes to Syria, as it was said here, half of the public opinion in Germany believes that Russia has some justified interest in Syria, et cetera, et cetera. To some extent, this is the result of a long-term project of misinforming, using false arguments, explanations, and so on and so on. So that's my feeling, that Europe starts to understand much better the dangerous character of the present situation and the dangerous results of activities by some other countries, not only Russia, also China, also Iran, some other, but Russia is most active, at least in Europe. And we treat that very, very seriously. And that understanding of the significance, of the importance of the situation is really growing. I see it. So in probably 6 to 10 months from now, you can expect very concrete proposals by that committee. And we are meeting with experts, analysts. We are meeting with investigative journalists. We had very interesting conversation with the head, with the chair of Bellingcat, etc. We met Khodorkovsky and his people, who told us about his investigations concerning Russian activities abroad, etc., etc. So the situation is not like it was, let's say, a year ago or more. And there is some hope. Thank you. And I will ask Petras Auštrevičius from Lithuania, also from Liberal Group, Renew Group in Europe. Petras, the floor is yours. Thank you, Andrius, and thank you all speakers. Indeed, very interesting and very professional exchange on an interesting issue. Well, in fact, there are very big expectations from this INGE, so-called INGE
Special Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes in the European Union, including disinformation outcome. I don't know, I mean, to what extent it will deliver. It's another issue. I mean, if you go deep and deep and wider, so you see lots of uncharted territories in this regard. But the political will to investigate on the EU side, I mean, to look into kind of information mirror, it's already a very appreciated attempt. On one thing, I would really agree with you, is that investigative journalism from Eastern Europe should work hand in hand with the so-called Western investigative journalism. Otherwise, I mean, it's sometimes really difficult, I mean, to catch those who are indeed, you know, having dirty hands. And for me, for example, this Neue Zürcher Zeitung, I mean, a report on Swiss prosecutors, all right? Those Swiss prosecutors who've been, you know, having good time on Baikal Lake with Russian ones, went for hunting, and had a good time, I mean, in Russia some time ago. Over the sudden, they make kind of face cleaning exercise and, you know, disregard any Bill Browder's attempts to not to let those stolen money being sent back to Russia. I mean, is that accidental? No, it's not. Because those people, you know, I mean, they are part of the gang, I would call it. And this investigation should be from both sides. And I'm not really sure, I mean, which side helps what more, East and West, or, I mean, West and East in this regard. But we have to do something more. And so that I would call it a joint exercise, a very much joint exercise. And in fact, we have to support Eastern European, I mean, Russian, Belarusian, Ukrainian investigative journalists as much as possible. I don't know, I mean, what are your expectations, not just from, you know, appreciation and readers list? We do read you, I mean, we do follow you and see each and every piece of your information, but do you need something extra from the European Union side, and in particular from the European Parliament side, in order to enforce your position and give you something more? I mean, we will not write text instead of you, but maybe something is missing. So that's why I call on you not just to investigate the stolen money in Russia or Belarus, as well as in Ukraine, not to mention Moldova, which is a small but quite intense place and country in this regard, but to go after those who are very willing and interested to cooperate on the Western side. Only then we will disclose the whole picture of this thieves, kleptocrats, you know, autocrats system, which can't survive, I mean, one without another in this regard. Thank you, Andrius. And thank you for keeping us busy. Okay, thanks a lot, Petras. And really, that's, наверняка, это уже все, что мы хотели сказать. Действительно, спасибо большое. Мы этой тематике будем всегда уделять много внимания. Завтра у нас очередной Zoom с Хосе Гринда from из Испании, знаете, такого прокурора, и Билл Браудером. А вопрос о специальном расследовании, которое сделала экспертная группа on fighting transborder corruption
tackling Russian elites' corruption mission impossible с вопросительным знаком. Так что будем дальше смотреть, что можно сделать. И, конечно, я, как и сказал до этого, я надеюсь, что наши совместные усилия будут продолжаться. Мы с завистью смотрим на то, как санкционная политика работает в Соединенных Штатах Америки, где такие организации, как Bellingcat, как Insider, как Dossier, помогают соответствующим институциям воплощать в жизнь реальную санкционную политику, приведя хорошую информацию, которая нужна как раз для того, чтобы составлять списки по санкциям. В Европе, увы, у нас это все еще где-то так, не так работает. Так что у нас есть пример, у нас есть вы, если я могу так сказать, Bellingcat, Insider и все остальные, с кем возможно, я надеюсь, что действительно возможно сделать санкционную политику в Европейском Союзе гораздо более эффективной. Сергей, спасибо большое, спасибо, Жанна, спасибо, Анастасия. С нашей стороны все. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо.